О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В майские праздники кировские больницы будут работать по-новому. Во многих медучреждениях изменился график приема врачей. Подробная информация на сайте девятка.ру. По данным Департамента здравоохранения, круглосуточно продолжат дежурить травматологические пункты и служба скорой помощи, а также дежурные службы больниц и санитарная авиация. В Кирове возобновились социальные акции «Стоп грязь» и «Газон под колесами». Теперь жители города снова имеют возможность пожаловаться на работу управляющих компаний или на водителей, которые паркуются в неположенном месте. Всю информацию о нарушениях, а также фото и видеодоказательства можно присылать на сайт администрации города. Власти проведут проверки и выпишут штрафы. За 2 года работы этих акций удалось привлечь к ответственности около 500 водителей и более 60 предприятий и управляющих компаний. Инспекторы охотнадзора спасли самца гоголя. В Нововятском карьере птица попала в браконьерские рыбные сети. Самостоятельно выбраться из них гоголю никак не удавалось. В итоге спасатели распутали сети и выпустили птицу на свободу.